главный тренер Мираж всего этой команды. Олег Анатольевич Голубов, Валерий Анатольевич. Хочу поздравить Акбар с победой. Казань на протяжении всего матча вела игру. Было большое давление на оборону, на вратаря. С нашей стороны было очень много удалений. И в конечном итоге все это вылилось в поражение. Ну, я согласен. Решающим было то, что мы не удалялись, а сами реализовывали. Ну что, хочу отметить вторую игру. В прошлой игре было обоюдное удаление, мы мечты не играли. Вторую игру подряд. Та проблема, которая у нас была, и надеюсь, что мы потихоньку начинаем решать. А так дисциплинированно сыграли и, в общем-то, все, что нужно для победы, сделали. Поздравляю болельщиков. И сами, конечно, довольны этим. Благодарю. Пожалуйста, вопрос. Самодиза бизнес-онлайн. Валерий Геннадьевич, какое состояние Тома Шелинцера? Будет ли он играть? Насколько выбор? Что с ним? И второй вопрос тоже по чеку. Я поделю Жалик. Когда он будет играть? На какие позиции вы играли? Ну, со второго вопроса начну. Будет там более ясно все. В ближайшее время. Возможно, что и на следующей игре Петр Жалик будет играть. Вот. А по Винцуру, Томаш приезжает ориентировочно 9-го, только приедет и только приступит к тренировкам вне льда. Поэтому сейчас сложно сказать сроки. Как у него пойдет восстановление, как реабилитация пойдет. В динамике надо будет смотреть. А что конкретно с ним? Ну, все видели, что там было. Повреждение нижней части тела. Все увидите. Сюрпризно. Еще, пожалуйста, второй вопрос к тренеру Гостеви по поводу травмированных Беляев и Касанов. Сможем ли выйти в Нижнем Новгороде, где они не брали с команды? Ну, это у них серьезная операция на плечи. Они, возможно, до конца уже сезона. Головой, да? Спасибо.